детства он играл на развалинах Берлинской стены, а увидев по телевизору путч, прилетел к осажденному Белому дому. Без визы и инструмента смычок сменил на автомат. Но ни одну страну эта цитата не любил так, как Россию, поэтому не существовало ни обид, ни врагов. Мраморный крест на его могиле на Новодевичьем по эскизу Вишневской. Как она сама говорила, символ светлой души, которой хватало на всех.